изучив санаторий Беларусь, хотим поделиться своим мнением о нем. Начнем с места расположения на курорте Юрмала по отношению к Балтийскому морю. До берега Рижского залива всего 250 метров. Отмечу, что полный видеоролик, где показаны номера, питание, процедуры, а также разговор с врачом, можно посмотреть на нашем сайте sanatoriums.com на страничке санатория Белоруссия. После изучения всех санаториев и спа-отелей в Юрмале, я и наш доктор Елена Хорошева пришли к выводу, что Белоруссия на сегодняшний день является одним из самых качественных на данном курорте, главным образом благодаря своей лечебной базе. И не только. Например, в лечебнице есть стоматология, кабинет лора. Есть и аппаратура, позволяющая проводить УЗИ-диагностику всего тела. Здесь работают несколько врачей разных специализаций. Все это говорит о том, что санаторий Белоруссия является лидером на курорте в плане санаторно-курортного лечения. Так как курорт Юрмала многопрофильный, в санатории Белоруссия можно пройти лечение и профилактику сразу нескольких заболеваний. Каких именно, указано на странице Белоруссии в разделе «Показания» на нашем сайте sanatoriums.com. В лечебное отделение санатория подведена минеральная вода из собственного источника, которая применяется в водных процедурах. Ею наполнен и плавательный бассейн, а также эту воду используют при питьевом лечении. Непосредственно в просторах лечебного отделения есть питьевой бювет. Предлагается широкий выбор процедур, большинство из которых проводят при помощи современной аппаратуры. Отмечу, что здесь делают газовые уколы, которые очень популярны, например, на чешских курортах. Эта процедура эффективна в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата. Теперь поговорим о том, как обустроены здесь номера. Санаторий достаточно комфортный. Несмотря на наружный вид здания, внутри гостям к диспозиции хорошо оборудованные номера, которые прошли в недавнем времени реконструкцию. В каждом из них есть балкон. Подробную информацию о номерах можно посмотреть на страничке санатория на нашем сайте в разделе «Номера». Что касается питания, оно организовано в следующем порядке. Завтраки проводят в форме шведского стола, обед и ужин по выбору из меню. Все приготовлено вкусно, а главное полезно. Диетическому питанию здесь уделяют особое внимание. В санатории работает штатный диетолог. Рекомендую санаторий Белоруссия людям, которым прежде всего необходимо качественное многопрофильное санаторно-курортное лечение с использованием натуральных природных факторов. Здесь гостям будет обеспечено проживание в достаточно комфортных условиях в окружении чистейшей природы, и все это по минимальной цене. Из минусов отмечу только то, что здесь не совсем скоростные лифты, а также тот момент, что на завтрак необходимо было стоять в очереди, чтобы подойти к буфетному столу, набрать себе покушать. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш YouTube-канал, следите за авторскими видеороликами, бронируйте санаторий «Беларусь» по лучшим ценам и условиям на нашем сайте sanatoriums.com.